Друзья, всем привет! Сегодня у нас на дегустации винодельня Креница Рислинг 2020 года урожая ЗНМП Геленджик Креница Бетта, Краснодарский край, Россия. Алкоголь 12,4% объемных. Наше вино золотистого цвета, средней насыщенности. Нос вина чистый, без дефектов. Интенсивный. Ароматы пчелиного воска, белых цветов, персика, груши дюшес и легкая нота меда. Во вкусе вино сухое, с умеренным и очень хорошо интегрированным алкоголем, с высокой сочной кислотностью, с легким телом. С умеренной плюс фруктовой концентрацией, в среднем плюс по продолжительности послевкусии, с нотами цитрусовых фруктов. Резюмируя, это вино очень хорошего качества, интенсивный, приятный, сложный и развивающийся нос вина с очень точной сортовой ароматикой. Во вкусе вино гармоничное, яркое, сочное, с замечательной фруктовостью и достойным послевкусием. Это вино готово к употреблению с потенциалом к дальнейшему развитию в бутылке примерно 5-7 лет. Оценка 91 балл, купил за 2400 рублей. И кажется, у винодельни Сикоры появился очень серьезный конкурент. Cheers!